Это не база инопланетян. Это первая андроид-зона для рядовых пользователей в Омске. В голубом огоньке на 45 квадратных метрах сосредоточены все достижения системы за 3 года. 250 тысяч приложений, больше 50 устройств от мировых производителей. Не секрет, что сейчас на базе Android работает большинство смартфонов и планшетников. Все хитовые модели можно продегустировать в открытой выкладке в салоне Интерантенны. Но во всем этом многообразии не запутаешься. Пространство магазина четко организовано. Есть информационное зонирование, есть зона открытой выкладки и есть зона покупок. Информационная зона или презентационная, она представлена по четырем направлениям. Каждая из них отвечает за свою часть знакомства с операционной системой Android. Это как непосредственно просто экскурс, да, что это такое, так и работа с приложениями, работа с играми и развлечениями. Выбирать начинку можно самостоятельно, не боясь надоедливых продавцов. Более того, если вам по душе платформа от Apple и Nokia, их легко сравнить тут же в салоне. И самое главное, что передовые технологии благодаря ценовой политике Интерантенны стали еще более доступны.